берут в плен, а женщины и детей они не берут в плен, потому что они благородные разбойники. Потом они берут золото, закапывают его на каком-нибудь необитаемом острове, кладут сверху мертвеца и читают заклинания. Ну что, хотите быть пиратом? Я очень хочу, но я боюсь, что у меня не получится. Да как же это? А ну, идите сюда. Крайнему океану несется быстроходный фрегат с черными парусами. На капитанском мостике стою я, Том, черный мститель испанских морей, а рядом со мной выкройки. Гроза океана. Свирепый, кровожадный, одноглазый. Все. Смотрите, на горизонте купеческий корабль. И я командую моим головорезом.